мы сегодня открываем наш елочный базар. Видите, какие прекрасные елки. И вам в подарок, как нашим знаменитостям, дарим вот эти елочки очень красивые. Мы Спасибо. Надеемся, что они будут долго стоять. Спасибо. Теперь они нарядные на праздник к многодетным семьям придут. Впрочем, не только символ Нового года получали родители с детьми, но и набор с елочными украшениями. От всех жителей Ленинского муниципального района с наступающим Новым годом вас! Спасибо. В нашем случае важен и подарок, и внимание. Маленький Иван, которого мама Алена Беззубченко взяла на мероприятие, готовится встретить свой первый Новый год. А потому наличие елки становится важным условием праздника. Будет аромат мандаринов, аромат живой елки. Очень здорово. Места расположения елочных базаров в нынешнем году были определены жителями. В результате конкурса участки муниципальной земли для продажи елок достались тем, кто предложил лучшие условия. Эти лесные красавицы с Урала. Они из Перми. У нас так договор там лесниками. Рублено где-то 10-12 числа декабря. Они будут простоять долго. Месяц точно будут простоять. Сегодня зародилась добрая традиция – дарить многодетным семьям новогодние елки. Лесные красавицы стали подарком семьям от предпринимателей. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ.